Жители дома 16А по маршала Говорова обеспокоены судьбой деревьев, которые будут срублены в ходе застройки территории под кафе. По словам горожан, участок возле их дома давно отдали под застройку. Однако для появления там, предположительно, заведения общепита мешают три дерева. Спилить их пытались уже несколько раз. Жильцы дома проснулись от того, что услышали работу бензопилы. Ну, выскочили кто, как говорится, мог. И что видим картину? Вот этот вот орех. Пилят молодые люди, два парня и девушка, бензопилой. Приехали они на машине с грузинскими номерами. Сегодня утром, чисто случайно посмотрела в окно сюда, на этот, стоит уже машина. Стоят вышка, камуфлированных, вышка, в камуфлированных обмундировании, значит. Человек 10. Да, стоят уже это вот. Я, значит, выскочила быстренько. Я говорю, а что вы здесь охраняете? Это частная территория. Никаких документов у людей в камуфляже не было. По словам жителей, участок продали еще в 2007 году. А сейчас, видимо, владелец решил приступить к строительству. Единственное препятствие – те самые три дерева. Их нужно спилить, чтобы отступить от теплотрассы. По закону, если труба там большая, 500 миллиметров, это полуметровая, значит, отступать от колодца, где они лежат, надо 5 метров. Что происходит? 5 метров они отступают и, естественно, влазят вот сюда, в преддомовую эту зону. Им мешают деревья, и они их будут убирать. Местные жители уже обратились во всевозможные инстанции и собрали подписи в защиту деревьев. Но опасаются, что пока чиновники будут разбираться, деревья успеют спилить. Ведь организовать круглосуточное дежурство под домом они просто не могут.